Смотрите, можно жить. Да нет, наверное. Плохо нажался. Вот что он делает. Вот он уже. Ну, пошли, друзья. Коля. Поволокся, все. Рабочий день кончился, 6 часов вечера, а всем ужин. Расходимся. Это от меня со Скворечникой. Никита, свой драгоценный колун. Батюшка там, оказалось, едет. Подожди маленько. Пойдем, мы сейчас съездим, я кое-что там покажу тебе, накажу. Сережа нас свозит. Некогда мне, нет. А что, так занят, что ли? Занято, я по делу еду. Ну а когда поедем-то? Ну, когда-нибудь будет время съездить. Да. Вот так заканчивается у нас рабочий день. Батюшка куда поехал? Видно, ремонтировали тракторенок, и что-то там не закрутили, по дороге горючее налилось. Показать тут. Марина просилась. Или как сказать. Посмотреть голубей. Сейчас скажу. Сегодня накололи сколько. Вот. Нашкурили 25 столбов. Вот это шелуха кора. Вон ноги нахрутили как. По 1,5–2 метра. Что, все еще закрыто, что ли? Нет, открыто. Открыто? Она ушла там. Сейчас я посмотрю. Ну иди на улицу, побегай там с ним. Только не отпусти. Он такой варнак. Любит убегать. Ну еще, полезли на голубям-то? Полезли. Полезли, пошли. Сейчас, сейчас. А вон она у меня, паля маленькая называется, паля. А это рыжая идет, вот она. Паля, вот она где, вот она пошла. Ну-ка, Володя, Володя, а? Ну-ка, сними-ка, как я ее кормлю этим гальяном, как она любит паля. Вот она. Ну-ка, сейчас. Паля, паля. Где она у меня падает? Ну-ка иди сюда. Ой, дам сейчас что, гальяна дам. Так. Она любит гальяна. Ой. Сейчас, 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 сейчас. Не смотри, что маленькая, уже рыбачит. Так. Ты-то что лезешь? Да. Ну? Ой, как она кричит. Ой, 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 держи, держи, паля, паля, вот она. Смотри, смотри, что делает. Вот. Это на гальяна так. А эта мать подошла, она так вот раз лапой закрыла гальяна. Этот гальян. Я голову матери отрываю. Там что-то, а тут маленькие кишки висят. Я тебе дам. Да. Напалю на голову, упали кишки. Посмотри. Я разминаю руками. Ух ты. Ой, какая. Она подрастает быстро. Я из гальяна это позвоночник вытаскиваю. Вот это дело другое.
Мацион. Смотри. Рыжая. Рыжая. Ай. А это паля, от слова палевая. У нее цвет-то палевый, не рыжий. Вот я ее сейчас даю. Разминаю. Смотри. Видимо, не проглотит никак. Сейчас, сейчас. Вот она. Рыба, гляди. Вот склонись-ка пониже. Захвати. Ты гляди, что делает. Да, она маленькая. Ей позвоночник еще не по зубам. А гальян – это рыба без костей, считает. Кости мягонькие. Вот, гляди. Кишки упали, она слипает. Вот вожусь каждый день. Смотри. Видал? Это полтора гальяна она съела. Возле глаза уберите мне. А? Возле глаза кишки висят. Это что-то прилипло? Ну да. Ну-ка давай. О, видал? О, да. А, лапа-то как раскрывается. Видал это? Опа. Да кого? О, да кусила. Укусила эту руку. Э, Паля. Это да. Ничего себе, хищник настоящий. Давай. Гляди, я ее попытался гладить, а она... Да какая, а? Лапа меня прислонила. Нет, брат. Посмотри, а? Да как это, она напугала меня, да и кусить пыталась. А сама... Вот ладонь моя, вот она, с ладошку только. Так у вас рыбой пахнет, конечно. О-о-о! Паля моя, Паля. О, полное ведро через верх. Смотри, Марина, что делается. Я говорил, больше половины не трогай. Не трожь, вынесут мужчины. Ты просто... Куда ж ты вела-то? Ты что делаешь? Конец, сейчас вылила. Ну, через верх буквально. Ты не глядишь, наверное, так просто льешь и все. Нет, смотрела. Да как же так? А ты помнил, что я говорил? Не больше половины. Помню. А для чего так-то набузила? Володя, давай-ка ее там поснимаю. Пошли. Как же так ты могла налить-то суть? Это мне прямо... Удивляюсь. Это же для нас беда пролить. Там на плите ничего не стоит? Стоит, я на двух поставила. Значит, порядок такой. Смотри. Там еще надо. Мы лезем наверх. Женщина лезет последняя. Да-да. Поняла, нет? Да, я последняя. У тебя еще на ногах там? Держаться надо, вот так перешагнула. А давайте я туфли сейчас одену, туфли. Ну, чтобы эти не спадывали, туфли одену. Ну, одевай. А то уедет, она голубятня не побудет. Брат, Сергей плетет. Нельзя тебе отвлекаться. А это длинная музыка. А я не так, просто скручиваю в одну, а потом вдвое она и получается двойная. Ты на солнце мешок все это держишь. Он развалится весь. И вот скрой, вон там же тень. Да, тут недолго. Пропилин, если ты пробежал, все. Мы уедем к весне, он сам по себе рассыпется. Мы на улице держали такие, в чем они находятся. И все рассыпались. Мешка нету, просто труха одна. Да у нас на складе они лежат, уже труха. На складе просто лежат. Да не просто так, они до этого на солнце лежали. А, вон ты. О, новость какая. Смотри. Все, Марина вышла. Вот это вот я беру, скручиваю, вот так передвигаю. И она получается быстрая, я любую веревку все собью. Значит, нужно так делать. Володя сейчас едет, лезет за мною, а ты последняя, поняла? Да. И сверху он снимает, а обратно ты первая будешь слазить. Хорошо.
Вот, покажи ее, как она лезет. Не торопись. На одной руке тебе не удержаться. Не торопись. Не тороплюсь. Вон туда. О, да, смотри. На ту сторону. Вот какое большое место. Это пшеница у меня. Вот это вот висит, это тоже пшеница. Мешки. Они их проклевывают и пшеницу спускают на пол. Голуби, 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 голуби. Вот, над головой, посмотри, она выглядывает. Видишь, она в гнезде сидит. Ага. Это мы гнездо делали. Вон они, везде гнезда. Вон она. Вот они высиживают яйца, да? Да, яйца, маленькие. А потом голубята. Угу. Вот два тазика с водой. Тазики. Ну, на подпорках стоят. Теперь, вот пшеница. Пшеница. Угу. Вот она висит. Мыши попасть не могут сюда. Никак. Не крысы. А так как проволоку не видать, вот она, к ней привязаны палочки, чтобы птица не стукнулась. Mm-hmm. Вот она, вот. Здесь у меня песок. Глина оказалась такая. Сырая, выкинуть, и с солью. Это они клюют, да? Да, клюют. Uh-huh. Здесь мелкие, крупные, зернистый песок. А вон он, иди сюда, Володя. Вон голубок сидит. Это старый, его все отвергают. А, серенький, он... вижу. А какой? Серенький, по-моему. Да, коричневый. Да, да, да. Он пошел. Ну, вот, видно, он да, так да. Пешком передвигается. А вот висит мешок. Посмотри, они что с ним сделали. Я гляжу, она прицепится. О, о, от мешка-то еще осталось. Все а они все съедают. Вот она, видишь? Они приходят, когда ничего нет, сами, без меня. Клюют. Вот они, воркуют. Посмотри, ну, вон, наверху сколько, красивые, видишь? Какие белые. А вон... Сидят черныши. Ага, вижу, вон два штуки. А вон над сидят. Нами пестрые. А вон белые гнезда, красивые. Это все гнезда. Ага, вижу. Ой, белые какие красивые. Так, по этим иди. Переступай. Вот сюда переступай. Вон они, берутся. Смотри, сколько. А сколько у вас здесь их? Ну, я не знаю, примерно. 30 с чем-то. 30. Вон они. Посмотри отсюда, Володя. Их видно, вон они белые, пестрые, с гребешками. Да, очень красивые. Шиденщики, видишь, какие? Вон они. И на лапы мохнатые, по-моему, ну, да? Ну, там лапы мохнатые приходится отстригать. Он перед ними не ходить не может, ничего. Ага. Эх, отстригай ножницами. Вон они. Тут им хорошо, красивые. Просторно. А там скучная вот такая голубятня. А тут аэродром. Все время не ставят. Они на нас и не глядят между собой. Вот они. С хохолками. Хохолками все. Это они вот за одной голубкой двое ухаживают. Необычно. Пойдем-ка. Это все полное. Полное. Это все у меня пшеница. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, шесть. 15. То есть здесь 15, 7, 22 мешка. И плюс вот они висят мешки. Раз, два, три, а здесь по два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, 15. 30 мешков. 30 мешков. Но все это недосягаемо как бы для крыс. Мыши, конечно, кое-что на полу там подбирают, и больше никак. Вот они сидят. Угу. Пользы никакой. Просто... Радость души. Радость души, как святые люди сажают. Конечно, цветы посадил, там полил, и все это кормить надо, убирать за ними. Каждый день воды наливать. И делов немало. Но красота... А зимой как? А зимой здесь они находятся. А за ними тут ухаживают, я назначаю кого-то там. Все понятно. То есть приходят, да. Смотрят, так же и они снег... у меня закрыты, я их не выпускаю. Я не хочу, чтобы туда перелетали. Там тесно и трудно лазить. Я их здесь держу. Угу. А если перелетят, я опять перетащу их сюда. Если я открою.
Вот он опять. Да, интересно, конечно. А вот посмотри, сколько банок. Да. Я вижу, как вы каждое утро наливаете банки, вот, сюда посмотри. Приносите. 14 банок. Угу. 14 по 5 литров. Сколько будет? 70, да? Да нет, конечно. 40 и 20, 60? Да. Вот он. 60 литров. И тут это для передвижения на вот лестница справа. Вот эту лестницу ставит Володя, я тут подсвечиваю, да. И вот когда туда, она да? бывает, нужно что-то взять. Угу. Она никак... А света здесь нету? Света нет. Нету. А зачем он тут? Они ночью. Они спят. А зимой как? Зимой. И ничего, достаточно. Еще нормально, да? Да. А зачем вам свет? Вон они как воркуют. Угу. А у меня там, я не показал тебе, иди-ка сюда. Вот. Пройдем-ка. Вот когда мне нужно, я перехожу вот сюда, вот. Вот. И вот он у меня закрыт. Это на меня. Иди. А здесь подушка, чтобы мягко было сидеть. Я вот сажусь здесь. И они меня забывают, и дальше они приближаются тут, а я возьму там, насыплю пшеницы-то, они едят, я снимаю, сижу, подремлю, когда надо. Я здесь отдыхаю. И залажу, сейчас покажу, у меня лестовка, щетки здесь, помолился и опять. Вот в воскресенье я скрываюсь и занимаюсь тут. Вот сколько эта кошка зимой тут ходила, голубей тут. Больше 20 голубей потерял через одну кошку. Матушкина, поймал я ее, но отпустил. Да еще заботиться стал. О ней. Куда ты это делся, голубок? Вон там. Да? Он поднялся, нет? Нет, вон там. Там он пешком ходит. Он я... уже не летает. Ну, наверное, старый. Старый уже. Я говорю, да. А вот вот труба, по которой идет дым. От печки. От печки. Угу. Все. Это Калашникова были, ребята. Петр Григорьевич, Евдокия Тихонова. И дети здесь. Все сделано мощно. Я сказал бы, ребята, как вы хорошо сделали Марку-то. А он смеется, говорит, так вы же и делали, дядя Игнатий. Ну, что-то не очень так это вспоминаю. Мне всегда кажется, что другие лучше меня делают все. Вот они как летают. Да. Вот и все. Большие окна. Закрываю немного. И много света-то и не надо. Мешки на них вешают. Да, да, мешки. Да. Восьмерка. Мешки. Посмотрела, что проволока такая мощная. Держит мешок целый. Проволока? Да. Конечно. Да на нее можно повесить. Вот эти все вместе и выдержат. Очень. Так, Марина, я очень прошу. Я буду очень аккуратно. Очень прошу, не торопись. Олечка, отойди. Отойди туда маленько. Держись рукой. Я держу. Опустись. Я потихоньку, держу. Потихоньку там. Я держу. Нам вот сотрешь, там-то упало что-то. Потихоньку. Не спеши. Посмотри. Все. Вот так. Вот из тех, кто был здесь, вот ты, наверное, одна была только здесь. Замок повешай, так, чтобы... Там на спине надо убрать. А, ну, я еще, ну как это? Это хорошо. Оля, он пускай уберет. А я потом сейчас... А это накакали, это хорошо. Я заслужила. Большего надо мне, большего. Да, ничего страшного. Ничего страшного. Серафима, ты все поговорила? Слава Богу. По-хорошему? Да. Ну, кое-какие вещи она сказала с вами поговорить, ну, то есть рассказать вам. Ну, ладно. Все. Мы можем сидеть и не ждать 30 минут. Вот. Гвоздик. А вот, Володя, давай сейчас мы... Замочек. Мои рукавицы.
А то каждый день починяю, и хватает только, говорится, до обеда. Вот она. Какие. И нужды никакой нет. То сейчас сяду туда, палочка такая, зашью, вот она сколько дырочек везде. Ну еще. Главное работа, сколько переделали-то сегодня. Сколько столбов. Ну все, Володя. Да, слава Христу.